Сотрудники правопорядка на минувших выходных отметили профессиональный праздник. В этом году российской милиции, а теперь уже полиции, исполнился 101 год со дня основания. ОМВД России по курортному району считается одним из лучших подразделений полиции Петербурга. Неоднократно отдел по показателям работы занимал первое место в городе. Торжественное мероприятие, посвященное Дню сотрудника органов внутренних дел, состоялось сегодня в главном зале районной администрации. Официальное мероприятие, посвященное Дню сотрудника органов внутренних дел, всегда начинается одинаково, с минуты молчания в памяти товарища, погибших при исполнении служебного долга. Также первыми цветы и памятные подарки были вручены членам семей сотрудников, не вернувшихся домой со службы. Сегодня не говорили о результатах оперативно-служебной деятельности районной полиции, а перешли сразу к приятным моментам. Начальник курортного ОМВД полковник Станислав Чичин поздравил подчиненных с праздником и приступил к вручению присвоенных новых званий сотрудникам, грамот и благодарственных писем от Главного управления МВД России по Санкт-Петербургу, а также ведомственных наград. Отмеченных полицейским управлением сотрудников сегодня было много. Каждого из них от нашего телеканала мы поздравляем с праздником, желаем успехов в службе, мира и полного согласия дома. Нынешний год для районных правоохранительных органов особый, и это отдельно отметил начальник курортного ОМВД. Проделана большая работа, и совсем недавно в Сестрорецкой 435-й школе открыт музей полиции. Помогали все организовывать районная администрация, отдел образования, совет ветеранов ОМВД и депутат законодательного собрания Александр Ваймер. Всем участникам этого процесса сегодня вручили благодарности от руководителя ГУ ОМВД по Петербургу. Большая работа сделана, подготовлены ученики, которые могут проводить экскурсии. Надеемся, что это уже будет на постоянной основе. Собрали очень хорошие экспонаты, действительно уникальные экспонаты, я бы сказал, пополняется. Спасибо большое нашим Станиславу и его команде, которые залив тоже они освещают в СМИ. На самом деле сделано большое-большое дело для воспитания подрастающее наше поколение, которое мы не безразлично сегодня судьба нашей страны. Вот поэтому большой вам низкий поклон и большое-большое спасибо. Сотрудников полиции с профессиональным праздником поздравил глава района. Алексей Куимов вручил благодарственные письма от администрации, поблагодарил за службу и дал высокую оценку работе правоохранителей. В полиции курортного района работают специалисты высокого класса, преданные своему делу. В истории ведомства немало ярких и героических страниц, примеров мужества, стойкости и самопожертвования. Недавно проводился опрос удовлетворенности жителей районов города Санкт-Петербурга, ну, по разным сферам, и ЖКХ, и здравоохранения, и экологии и так далее, в том числе и обеспечение правопорядка. Могу вас сказать, что курортный район на первом месте с большим отрывом. То есть наши граждане действительно чувствуют себя в безопасности. И в этом, конечно же, ваша заслуга. Спасибо вам, с праздником! На торжественной части профессионального праздника полиции сегодня присутствовал и прокурор района. Он пришел без цветов и грамот, но с теплыми словами от надзорного ведомства, несмотря на некоторые разногласия, которые иногда возникают в работе между прокуратурой и ОМВД. От себя лично и от всего состава прокуратуры хочу поблагодарить вас за ту огромную работу, которую вы выполняете. Говорят о том, что прокурор говорит хорошие слова в адрес сотрудников только раз в году. Это неправда на самом деле. Наш РУВД станет лучшим, обязательно этого добьется и покажет еще всему городу, что в курортном районе, несмотря на маленькое, как говорят, количество сотрудников, то работают настоящие профессионалы, которые докажут всем о том, что они действительно лучшие. А это так, я даже не сомневаюсь. И еще раз с праздником вас, счастья, здоровья и успехов. Всего доброго. В официальной части полицейских также сегодня поздравили и руководители районных муниципалитетов. Благодарственные письма и памятные подарки были также вручены сотрудникам 81-го и 50-го отделений полиции.